спичкой, пошло. И все, и мы даже обалдели. В 112 стали звонить. Они говорят, приедем сейчас. Автомат работает. Очень долго автомат работает. Мне не понравилось, что 112 такая реакция. Оказывается, это... А где это? Казань? Я говорю, да, в Казани горим. Я думала, это махом пожарить. В общем, я недовольна работой пожарников, потому что они подъехали туда, потом пока сюда, раскачались, подумали. Какие таджики? Наши мальчики таджики фирвы начали потушили, тушить, чем пожарники. Вот у нас здесь, вот как он называется? Девочки, мальчики наши оперативно больно. И наши электрики. Да. Самые первые были на крыше, а пожарники пока приехали, хотя их говорят, вот мы недавно прошли этот инструктаж полностью, как владеть, но мы даже, там не помог бы никакой огнетушитель, ничего, потому что быстро очень прям стеной, и две девчонки остались внутри, и мальчишки вот тоже электрики ломали, где кондиционеры стоят сзади, стену. И их вот оттуда вытаскивали, то есть уже прохода вообще не было туда. Очень быстро взмолились. Правильно. А во сколько вы заметили пожар? Никто не пострадал. А сколько? Да, и через какое время приехали пожарные? Пожарники приехали минут через 40. После вызова? Да, после вызова. То есть мы начали своими силами. У нас есть у администрации свои шланги. Все, значит, вытащили. И вот я говорю, ребята, вот таджики, узбеки, все вот эти вот электрики, все были там наверху на крыше. Самая первая помощь это была от них. Самое первое. Я вызов час есть? Назад? 20 минут второго ты валил. Ну, ты валил. Где-то 10 минут сейчас. Второго. Скажите, пожалуйста, а как это произошло? Я не знаю, как произошло. А что сгорело? Что за здание? Что у вас там находилось? Павильон мой находился. Павильон? Там только один, только ваш павильон. Вы что, не видите, что ли? Там миллионы. Там миллион. Там тем более внутри, там все оборудование. Ну, оборудование, там холодильники во весь рост. То есть от пола до потолка огромные холодильники. Там, потому что были там продукты, мясо, рыба, колбаса, куры. То есть такие все скоропортящие. Там были хорошие новые холодильники. Ну, вот где? А он находится вот, видите, прямо вот по центру. Вот здесь проходит эта штучка. И там было забито какой-то паклей. И вот какое-то замыкание, и она загорелась. Стена сразу стала прям огненно-красной. Я говорю, вот а если учесть, что он посередине находится, то от него пошло все. Он посередине находится. Кому-нибудь удалось вытащить свой товар до того, как павильон сгорел? Нет, абсолютно нет. Все молниеносно. Просто молниеносно. Вот как раз за 40 минут все сгорело. Полностью крытый рынок сгорел. Полностью.